Житель дома номер 2А на улице Комсомольской в Демихове Евгений встречает нас с невеселой историей. Вот они сделали ремонт, замазали все и ушли. Плесень у нас пошла. И ремонт давно не делали вообще. Сейчас подъезд дома выглядит, мягко говоря, не очень презентабельно. Но совсем скоро здесь произойдут перемены. Причем гораздо раньше, чем планировалось. Здесь все будет оштукатурено, покрашено. Вот. Да. Вот работы начинаются на следующей неделе. Ремонт подъезда в этом доме у нас был запланирован на 2021 год. Вот. Но в связи с тем, что сейчас у нас вышел с отпуска маляр один, значит, а еще у нас был маляр длительное время с ковидом на больничном, мы решили перенести ремонт подъезда на октябрь текущего года. То есть в октябре, вот буквально на следующей неделе, мы ставим сюда маляров, и подъезд будет в течение 2 недель отремонтирован. Кроме малярных работ, заменят проводку и светильники. В доме будет произведен ремонт цоколя с отмосткой. Этот год особенно. Вы знаете, что ремонт подъездов, значит, по губернаторской программе в этом году не проводился. Проводятся подъезды в рамках так называемого точечного ремонта. Вот в рамках точечного ремонта у нас было 15 подъездов. То есть это локальный ремонт. Где-то штукатурка, где-то покраска подъезда, где-то замена светильника, рамы, двери. Уже сейчас управляющие компании планируют свою деятельность на следующий год. По поручению губернатора области проводят мониторинг всех подъездов, определяют их состояние и рассчитывают объем финансирования. Информация должна быть представлена до 9 октября.